Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на открытии третьего международного конкурса пианистов имени Александра Давидовича Франка. Александр Франк, выдающийся пианист с мировым именем, выпускник Константина Николаевича Игумнова, в свою очередь учившегося вместе с Сергеем Рахманиновым у Николая Зверева, затем у Александра Зелотти, который перенимал мастерство у самого Ференца Листа. Он с открытия Института искусств на протяжении долгих лет возглавлял кафедру специального фортепиано Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, сплотив вокруг себя замечательных педагогов, воспитавших целую плеяду молодых пианистов из разных городов России. Разрешите представить жюри конкурса под председательством профессора кафедры музыкально-инструментальной подготовки Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, заслуженного артиста БАССР, заслуженного артиста РСФСР Вадима Монастырского. В состав жюри вошли заслуженный артист Российской Федерации и Республики Башкортостан, профессор кафедры специального фортепиано Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Лев Франк. Профессор и почетный педагог Ереванской государственной консерватории имени Камитаса Багаршак Арутюнян. Преподаватель отдела специального фортепиано Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Алевтина Зуева. Слово предоставляется министру культуры Республики Башкортостан Амине Евгеньевне Шафиковой. Багаршак Арутюнян, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Ну и особенно хотелось бы поблагодарить Льва Александровича Франка за то, что он за эту инициативу проведения этого конкурса, и, к счастью, вот он проводится уже в третий раз, и проводится в этом году в рамках национального проекта «Культура. Направление. Творческие люди». И вот это сподвижничество Льва Александровича, его желание обратиться к истории все-таки кафедры специального фортепиано Уфимского государственного института искусств, поскольку именно с именем Александра Давыдовича связано становление, наверное, формирование тех традиций Уфимской фортепианной школы. Он все-таки долгое время был заведующим кафедрой, и мне посчастливилось в 80-х годах, в конце 80-х годов, когда я училась уже в классах постарше, быть у него на мастер-классах, и это был просто удивительный человек, прекрасный педагог. И вот те теплые воспоминания, которые остались у меня, они мне помогают, наверное, всю жизнь. И вот та энергетика,
та любовь к своей профессии, любовь к своим ученикам, к своим студентам, любовь к музыке и вообще к тому делу, которое ты делаешь, оно, наверное, вот всегда будет у нас в памяти ассоциироваться именно с Александром Давыдовичем Франком. И еще раз позвольте поприветствовать вас в Башкортостане, те, кто приехал в первый раз. Я думаю, Уфа вам понравится, мы будем всегда рады видеть вас здесь, всегда рады творческому общению, творческому росту. И надеемся, этот конкурс выявит новые таланты, зажжет новые звездочки. И те лауреаты, которые станут по итогам этого конкурса, они будут лауреатами, рожденными в Башкортостане, и вы уже будете нашими родными. Поэтому добро пожаловать, хороших прослушиваний, всем желаю успеха и удачи при исполнении. Спасибо. Спасибо большое, Амина Евгеньевна. Слово предоставляется профессору кафедры специального фортепиано Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Льву Александровичу Франку. Уважаемые дорогие гости, участники и гости, и члены жюри, мои коллеги, я очень рад всех видеть, слышать, лицезреть. И я думаю, что лучше, чем Амина Евгеньевна сказала, вряд ли можно сказать. Потому что из ее уст это звучит искренне и тепло очень. Что очень важный фактор такой для нашего сегодняшнего времени и для нашего сегодняшнего конкурса. Но я все-таки несколько слов хочу сказать. Поскольку это мой отец, и я многое знаю не только чисто его внешнюю деятельность, то есть его деятельность музыкальную, я еще знаю его жизнь, как он провел свою жизнь, как он относился к тому или иному аспекту жизни. Я это называю, он был, как я себе представляю, я бы хотел это назвать хранителем. То есть он был хранителем всего, чего он касался. Он был хранителем своей семьи. Это была изумительная семья, это было изумительные отношения, которые, к счастью, он смог передать и своим детям. Он был хранителем отношений с своими соучениками, а соученики его были тоже очень высокого ранга. Даже мы вспомним, что он учился вместе с Святославом Теофиловичем Рихтером, и долгие годы, пока они были живы, он с ними переписывался и перезванивался, и обменивался всевозможными мнениями и какими-то ощущениями и так далее. И не только. Он, когда он, где бы он ни работал, он работал за свой период жизни в Самаре или в Куйбышеве тогда, в 45-м году, когда он впервые начал. И тоже этот город, который потом стал Самарой, до сих пор чтит его, и там еще сохранились даже его последние ученики, которые были когда-то. Вот. И вообще память о нем там очень глубоко вросла, я бы так сказал. Потом он работал в Саратовской консерватории и тоже оставил свой след. Был там одно время и руководителем кафедры, и был педагогом кафедры. Он приобрел там много друзей и был очень востребован, я бы сказал. И вот произошло такое событие, когда я заканчивал в Москве музыкально-педагогический институт имени Мезинах в 1969 году, и нам предложили распределение, что открывается институт искусств. И, вернее, он уже был открыт в 68-м году, но вот как бы основной набор педагогов в 69-м году.
И первый ректор, совершенно потрясающая личность, это Сергей Григорьевич Исмагилов, чье имя сейчас носит наш институт, он приехал в Москву по этому вопросу. Он отбирал, просил, чтобы ему лучше дали и так далее. И вот, когда он узнал, что я в том числе еду туда, он меня нашел в институте, и для меня это было такое неожиданно, потому что я его не знал, но он такой был очень колоритный, большой, крупный, красивый, такой очень яркая личность. Вот. Он мне первый вопрос задал, не ты едешь к нам работать, а отец поедет к нам работать, я хочу его пригласить как заведующего кафедры. Я ему на этот вопрос, конечно, не смог ответить сразу. Я сказал, что я позвоню сегодня вечером. Я позвонил папе и говорю такую ситуацию, что я вот распределен в УФУ, и Исмагилов предлагает тебе возглавить кафедру. Но еще немножко предыстория. Они с Сергеем Григорьевичем были давно знакомы. И в одно время они учились. И я сказал папе, знаешь, вот такую информацию. Я говорю, ну ты как смотришь на это? Он говорит, а ты едешь? Точно? Я говорю, я еду точно. Он говорит, ну и я еду. В общем, вот тогда вот по телефону был решен этот вопрос. И уже с 69-го года мы здесь вместе работали. И как бы мы одни из первых, кто приехал, потом наше как бы содружество, с Владимиром Ивановичем Монастырским, Юрий Лавров, Михаил Юрьевич Кочуров, Виктор Николаевич Семенов, Александр Гарбер, Владимир Синикин. В общем, очень большое количество людей, я не буду перечислять. Но, в общем, у нас создалась удивительная вот эта атмосфера. И я считаю, что отец как хранитель вот этого всего, которое я вначале сказал, я бы определил его таким эпитетом, как хранитель, он хранил это долгое время. Но все вечно не бывает, жизнь развивается, кто-то куда-то стремится, кто-то развивается, кто-то переезжает и так далее. Вот. Но все-таки я считаю, как бы подытоживая свое такое небольшое выступление, я хочу сказать, что отец не только вошел, конечно, в историю, а он, в общем, как бы, его идеи, они проросли здесь. Его идеи, его чувства, его, я бы сказал, эмоциональное наполнение, вот, теплое чувство, которым он владел, как никто, оно здесь заполнилось. И оно, несмотря на то, что меняется все, а все равно в основе вот это ощущение, вот это тепло, оно все равно в институте остается. Вот. Я на этом хотел бы закончить. Спасибо. Я сыграю два сочинения. Вольфганг Амадей Моцарт, фантазия до минор. Кёрхель 396 и Фредерик Шопен, сочинение 27-е, ноктюрн до диез минор. Thank you.
спасибо, Лев Александрович. Слово предоставляется профессору кафедры музыкально-инструментальной подготовки Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, заслуженному артисту БАЭС СССР, заслуженному артисту РСФСР Вадиму Наумовичу Монастырскому. Кинули нас в океан в этот, дали нам всем много учеников и плыви как можно. И вы знаете, мудрый Исмагилов сделал ставку на молодежь. Правильно сделал. Он решил, что так как мы будем трудиться и искать, и творить, я думаю, что никто ни в каком возрасте такого больше сделать не может, потому что мы все приехали горячие, мы все приехали воодушевленные, нам дали полный карт-бланш. В этом зале, я думаю, что не было ни одного дня, чтобы не было концерта. Это было что-то вообще. Те, кто помнит все это, что здесь происходило, я думаю, что это был просто... Короче, это намоленный зал. И вот нас приехало очень много разных музыкантов из разных классов, но мы стали одной семьей, и нас объединил Александр Вишфрон. Человек необыкновенной души, мудрость. Нам не хватало ее. Мы горячились, мы обсуждали так, что иногда просто тут щепки летели. Он умел как-то развести мосты, он умел всех как-то очень сбалансировать, понимаете? Это был уникальный человек, очень спокойный, очень уравновешенный. И этого нам очень-очень не хватало. Он нас балансировал. Это редкий характер, редкий человек. Замечательный музыкант, замечательный педагог. Те, кто у него учились, кто слышал его в этом зале, он был с великолепной школой. Он был человек, прошедший школу игумен. И вот эта вот атмосфера невероятная, которая действительно царила в этом зале, она и продолжает царить. Вот сегодня Лев Николаевич продемонстрировал высочайший класс. И иногда, знаете, мне это очень приятно сказать, что продолжение рода Александра Давыдовича, оно не только сохранилось, но оно и улучшилось. Потому что Лев Александрович действительно музыкант с большой буквы. Концертирующий пианист, вы знаете его, что он играет концерты сольные и все. Он играет много, играет каждый год, играет новые программы. Честь и хвала тебе, Лёва, что ты единственный, что ты единственный патриарх, действительно, из всех, кто остался сегодня. Вот я вижу, что Рустем, мой дорогой, сидит, тоже один из патриархов. Да, ну вот человек никуда не ехал, ни в какие другие страны, ни в какие другие города. Сидел в Уфе, как папа его, и продолжал это дело. И вот эта вот традиция этих франков, которая до сих пор здесь так процветает, мне кажется, что это нечто особенное. Я не думаю, что есть много мест. Есть вот так продолжение вот рода и продолжение этого большого дела, которого начал Александр Давыдович, дорогой, в честь которого назван конкурс, в честь которого, думаю, что ваши достижения на этой сцене должны быть выдающимися, потому что эта сцена слышала всех, играли здесь все. Я не буду перечислять, кто здесь только не играет, кроме нас, молодых. Это был и квартет Бородина, это были и выдающиеся пианисты, и Гамбарян, и, боже мой, и Берлин приезжал, и Гудман приезжал, Йохли сыграл, все играли. Это была невероятная сцена. Я вам желаю большого-большого успеха всем. И на конкурсе нет победителей и побежденных.
все получают какой-то заряд, получают какую-то пользу от этого. Я хочу пожелать, чтобы вы все уехали отсюда и что-то приобрели, так как мы приехали сюда и приобрели в этом зале. Большое спасибо. Ой, я забыл сказать, что я хочу сыграть. Извините, пожалуйста. Мне как-то недавно попалось сочинение Рихарда Штрауса, которое называется «Пять картин настроения». Вообще, для фортепиано уже писал очень мало, кроме бурлески, я не знаю, что он еще написал. Ну, все знают бурлеску. Но вот это, эти пять настроений, они меня так потрясли, я не знаю, что я буду так играть, но они меня потрясли действительно. И мне захотелось их выучить. Это буквально вот только-только, вот, как говорится, из печки. Поэтому вы мне решите сыграть по нотам, но я не могу не поделиться с вами вот этой радостью той музыки, которую я вот недавно услышал. Поэтому это пять настроений. В тихих лесах. Первая картина. Вторая — «Весна идет». Третья — «Интермеццо». Четвертая — «Грезы». И последняя, которая действительно необыкновенная, — «На пустоши». Очень интересное название, очень интересный образ. Пять картин настроений Рихарда Штрауса.
Thank you.
Уважаемые слушатели, на этом концерт мастеров подходит к концу. Впереди напряженные конкурсные дни. Пожелаем всем участникам удачи. В этом году поступило около 60 заявок из разных регионов России и зарубежья, которые представляют учебные заведения всех ступеней образования. Вас, уважаемые гости, мы ждем на закрытии конкурса 26 октября в концертном зале имени Федора Шаляпина в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова. До встречи! До новых встреч!